Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджану Самаюктам Бриндаванам Ману Банча Калпатаруваша Кипасинда Бевача Патитанам Павани Бхавишна Вибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайте Гирим Ят Кипатам Ахангабанди Парамананда Мадхавам Бриндаве Тулсиде Байпияви Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвайхи Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасва Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Варанна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Биспуриджита Кимапика Павадушвадарши Пурнанурагар Сусагар Сарамурти Сарадикама и Кадакикам Каруш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодато Санкиртаной Капитаро Камала Хитакшо Вишамбаро Диджабаро Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякаро Каруна Бхутаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Раму Раму Хари Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Садана Рана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджишо Бадане Лакшмир Яшача Бхакшаси Джасясте Хидай Самбихид Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Раму Раму Хари Хари Эвам Пракрити Вайчитрат Бхиддате Матайонинам
парампарьена кесанчит пашандаматайо апаре. Эвам пракрити вайчитрад, эвам пракрити вайчитрад, бхиддвате матайо нинам. Парампарьена кесанчит пашандаматайо апаре. Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: мы должны быть как почтальоны, в точности передавать сообщения с трансцендентного мира. Because all what kind of message I am getting from Vaikuntha Jagat, все, что я получаю с Вайкунха Джагат, с трансцендентного мира, я просто передаю вам. Возможно, вы можете разгневаться на меня, потому что я говорю абсолютную истину, которую я получил от моей Гуру Варги. So, when you become angry, it is my request to you. Я прошу вас, если вы гневаетесь, подумайте, почему вы воспринимаете меня как своего врага. Я всего-навсего почтальон. Письмо, которое предназначено для вас, я просто приношу вам. А если вы открываете это письмо и там содержится что-то, что расстраивает вас, вы хотите убить меня за это? Но при чем здесь я? Я просто принес это письмо вам по назначению. Людям очень сложно вынести, когда саду говорит абсолютную истину, абсолютным образом, находясь на абсолютной платформе. Прабхупад много раз сожалел, говорил с глубоким сожалением. Мы не можем поделать что-либо со сложившейся ситуацией. У нас нет... возможности изменить ее. Маленькая мышка не может печатать книги. Не может напечатать много книг. Но что она может уже в напечатанные книги залезть и проесть там дыры. Cannot deliver any message, but can come all books. Она может испортить, она не может передавать послания, не может сама печатать книги, она может портить. И таково положение вещей в нашем обществе. Прабхупад много раз говорил о том, что Гурупад Падма — это трансцендентная прозрачная среда, при помощи которой мы можем видеть все таким, как оно есть. Он трансцендентный посредник, при помощи которого я могу видеть все таким, как оно есть. Видеть трансцендентный мир. Вчера я рассказывал о апракрита васту. И сегодня, по вашей милости, я продолжу делать это. Суть в том, что мы получаем знания через Гуру Парампару. Я знаю, что у вас есть деньги, и вы в любой момент можете пойти в магазин и накупить книг, читать их. Никто вас не остановит. И вы можете пытаться извлечь трансцендентное знание из этих книг. Но в действительности это невозможно. Суть в том, что необходима реализация, осознание. Их невозможно купить в магазине.
Вы же не можете прийти туда и сказать, мне, пожалуйста, 10 килограмм осознаний. Потому что осознание — это то, что находится во власти гуру, вайшнавов и бхагавана. Это их собственность, только их. Своими собственными усилиями мы не можем обрести ни капли осознания. То же самое я уже говорил вчера. Бхагаван Шри Кришна говорит Брамаджи: ты не можешь познать меня, осознать меня. Поскольку те объекты, которые я не могу увидеть своими глазами, не могу почувствовать, не могу услышать, я не могу осознать. И именно такими объектами являются трансцендентные, то, что находится в трансцендентном мире. Но как же возможно познать Господа? В то время, как я ничего не могу увидеть из трансцендентного мира, увидеть то, что находится на той платформе. Возможно, мы можем слушать о нем, но не можем осознать, о чем идет речь. Как я уже говорил, тот, кто может рассказывать Бхагавата Катху, крайне редок. Но еще более редок тот, кто может воспринять знания. It is written in Shastra, we heard from Guru Bhargava. He, who is Bhagavat, Mahabhagavat, мы слышали от нашей Гуру Варги, что лишь тот, кто сам является Бхагаватой, может рассказывать Бхагаватам. Если вы таковым не являетесь, то вы этого делать не можете. С горечью Прабхупад много раз говорил, what is available in my Guru Path, what I can see in my Guru Path. Что то поведение, тот стандарт поведения, который я видел в своем Гуру Падападме, в проявленной форме, находится, то есть в Шримад Бхагаватам. Возможно, мой Гуру Падпадма не мог давать лекции на Бхагаватам. Тем не менее, не сомневайтесь, что все, что сказано в Бхагаватам, вы можете воочию увидеть в моем Гуру Падападме. То есть он и есть Бхагавата. Таким образом. И крайне редко можно встретить такую личность, крайне редко можно встретить настоящего рассказчика Бхагаватам. Без милости Бхактивинода Такура, без милости Прабхупады, Гуру Варги, никто не сможет рассказывать Харикатху. Но еще более редко, как я уже сказал, тот, кто может воспринять это знание. Возможно, по всему миру вы сможете сыскать одного-двух рассказчиков, но настоящих спикеров, но где вы найдете тех, кто сможет принять и переварить? Поэтому, как я говорил вчера, о Чатур Шлоке Бхагаватам, Бхагаван говорит Брамаджи, что своими собственными усилиями ты не можешь познать меня. I am going to speak you
По своей беспричинной милости я расскажу тебе, а ты воспринимай то, что я говорю. Кто я такой? Каков мой трансцендентный облик? Каковы мои лилы, игры? Все ты сможешь познать. Мою дхаму. Ты узнаешь обо всем этом совершенстве. Таким образом, Бхагаван благословляет Брахму. Благодаря моему благословению, говорит Бхагаван, ты сможешь осознать. В Брахма-самхите сказано, что Брахма получил брахманическое посвящение и мантру от самого Бхагавана, Камгайтри от самого Бхагавана. Почитайте Брахма-самхиту, вы сможете увидеть это сами. Брахма был инициирован Апракрита Камадевой Нанда Нандана Шри Кришной. Он явил лилу, проявляя этот мир, таково служение, которое Бхагаван возложил на него. Я знаю, что есть даже Гаудия Саду, то есть последователи Гаудия Вайшнавизма, которые говорят нехорошие вещи о Брахме. Тем самым они обрубают свое основание. Однажды один старший Махарадж сообщил мне о том, что однажды в Большом собрании кто-то из последователей Гаудия Вайшнавизма говорил плохие вещи о Брахме, потому что у него были на то свои причины. Но тем самым он обрубает фундамент, обрубает свой корень. Ведь если не будет корня, то... Как мы сможем существовать благополучно? Это даже не вопрос о ложном эго, это вопрос о выживании. Как можно выжить, если вы лишены корней? Возможно, на вас не зайдет огромная пратиштха, огромная слава, но она не сможет спасти вас. Можно покорить весь мир, но пратиштха не защитит вас, слава не защитит. И все ваши накопления, доллары, также не защитят вас. Потому что защитить вас сможет только Гурупад Падма. Но при условии, что Гурупад Падма находится в линии Гаудия Вайшнавизма, ни на секунду, ни... Простите, если вы находитесь четко в линии Гурупада Падмы, ни на секунду не отклоняясь от этого пути, в таком случае Гурупад Падма спасет и защитит вас. Two lines can extend and ultimately you can catch the whole world. Diameter of the world, diameter of this earth can fit.
Итак, Прабхупад всегда говорил об абсолютной истине, абсолютным образом, высоко, высоконаучном ключе. Поэтому Прабхупад и предупреждает нас, что если вы отклонитесь, уклонитесь хотя бы на миллиметр, на одну десятитысячную миллиметра, пока вы полностью, все ваши желания, пока все ваши цели не станут едиными с Гуру Пада Падмой, как сказано в киртане Гуру Мукха Падма Вакья. Вы знаете этот киртан? Постарайтесь привести в единение свое сердце с сердцем Гуру Пада Падмы, слушая его наставления. Не уклоняйтесь от него. Полностью приведите свое сердце в полную гармонию с сердцем Гуру Пада Падмы. Прабхупад приводил такой пример, как бутылка, то есть есть бутылка, есть крышка. Если крышка не подходит к бутылке, то бессмысленно это тара. Крышка должна, резьба должна подходить под отверстие бутылки. Тогда не представляет из себя ценности. Не позволяйте никаким посторонним желаниям оставаться в вашем сердце. Если вы, допустим, сегодня разрешаете себе одно какое-то желание, завтра оно уже разрастется до огромных размеров. И что будет с вами? Представьте, вот, например, баньяновое дерево, каких оно огромных размеров. К примеру, баньяновое дерево сбрасывает семена, и маленькая-маленькая семечка входит в землю, и постепенно, оно настолько маленькое, оно даже меньше, чем горчичная семечка. Но это крошечная семечка. При помощи воды, воздуха и земли, солнечного света прорастает. И спустя 1000 лет, 2000 лет оно принимает огромную форму дерева. Здесь растут баньяновые деревья, которым 5000 лет, на Акшайвате. То, что никогда не умрет. В ботаническом саду в Калькутте есть такие деревья. Во Вриндаване, в Хайдарабаде. Это деревья, которые бессмертны. У него много ветвей, но сложно разобраться, что главное, что является корнем. То есть от чего сложно представить, от чего произошло это огромное дерево. Таким образом, если мы позволяем в своем сердце находиться материальным желанием, это желание подкрепляет Майя-деви. И при ее помощи оно, семечко материального желания разрастается, и деревья, ветви этого дерева распростираются до такого уровня, что если изо всех сил вы будете пытаться, не сможете ликвидировать его.
олицетворение вашего мозга. Саду может создать много храмов, но у подлинного саду нет привязанности никаким храмам. Но если вы построите что-то, то вы даже в момент смерти будете об этом помнить, думать об этом. Если корень вашего желания будет углубляться, чем глубже такое желание засядет, тем сильнее, тем больше проблем у вас в жизни будет, тем более серьезными они будут. Потому что в момент смерти необходимо избавиться от всех желаний, отбросить от себя их. Это такая тонкая наука духовного плана, что как оставлять тело. Духовная наука. Нужно освободить свой ум от материальных мыслей, от материальных желаний и сконцентрироваться на лотосных стопах Кришны. Если у вас это не получится, не найти вам спасения. Поэтому не старайтесь увеличивать ваше состояние, ваше богатство, желание. Пытайтесь от этого избавиться. Пытайтесь развивать вайрагию, отречение. На самом деле, вайрагия — это не то, к чему мы стремимся. Это то, что происходит автоматически. Вы можете подумать, что я говорю, вот практикуйте вайрагию, это значит спать по 3 часа, носить какие-то скромные одежды. На самом деле, такая сухая вайрагия никак вам не поможет. Потому что вайрагия приходит автоматически, сама по себе. Бхагаван совершает раса-лилу с сотней круров гопи. Он может делать это спокойно, потому что у него нет эгоизма в этом. У него нет эгоизма. Он может это делать, потому что он может переварить такого рода взаимоотношения. Но в нашем случае, если мы будем кормить собаку ги, он не сможет, собака не сможет переварить много ги. На Бенгале есть одна пословица. Опасно кормить собаку маслом. Точно так же Бхагаван может наслаждаться, потому что он абсолютно отречен. С одной стороны, он высший наслаждающийся, а с другой стороны, он высший отреченный. Если собрать все отречение этого мира, собрать вместе, нельзя сравнить это отречение, количество этого отречения с отречением Бхагавана. В нем проявлено 6 видов богатств в полной форме. Я применяю здесь слово «пурна», но «пурна», допустим, вы принимаете просад. И вы наелись, больше не можете. То есть вот в этом случае мы можем назвать ваше состояние пурна, но к Бхагавану оно неприменимо.
То есть имеется в виду, что для нас кажется конечным, конечной точкой. Для Бхагавана это не так. Бхагаван может принимать тысячи килограммов и просада. А Сарвам Бхаттачарья кормил Махапрабху прасадом. Махапрабху вначале говорил ему, что я не могу столько съесть. Пожалуйста, мне в небольшую тарелочку отложи. На что Сарвам Бхаттачарья гневался. Он сказал: ты в храме Джаганатха тонны прасада съедаешь, а тут дурачишь меня. А ну ешь. Тысячи горшков прасада ты съедаешь в храме Джаганатха. 56 приготовлений, подношений тебе предлагают. 10 раз в день. А сейчас не можешь съесть то, что я тебе предлагаю. И тогда Махапрабху понял, что надо есть. Между тем, зять Сарвам Бхаттачарья, который завидовал Гуру Вайшнавам Бхагаванам по имени Амукха, в окно увидел, сколько ест Махапрабху. Он подумал, вот уже 10 человек могли бы наесться. А тут один саньяси столько съедает. Благодаря этому примеру можно понять, что когда Кришна совершает раса-лилу с тысячами гопи, Кришна может это делать, но обычные люди выражают сомнение в том, что Бхагаван действительно может это делать в чистоте этих игр. Если те же самые отношения, то, что делает Кришна с гопи, спустить на материальный уровень, это превратится в нечто очень грязное. Но во всех писаниях сказано, что когда Бхагаван совершает раса-лилу, он не испытывает никаких реакций, имеется в виду, что никакого вожделения, потому что он переполнен анандой. Он лишь танцует со своей сварупшакти. Мы думаем, Бхагаван с тысячами женщин гопи танцует, а если я с одной женщиной потанцую, в чем проблема? Мы хотим соперничать с Кришной в наслаждениях, но мы не осознаем, не понимаем положение Кришны. Для того, чтобы понять сварупу Бхагавана, очень сложно понять сварупу и учение Бхагавана. Вчера я говорил о важности подлинного ученика и подлинного спикера, подлинного учителя. Если оба эти фактора, хотя бы один из этих факторов не соблюден, тогда не произойдет полноценного процесса. Гурудев может говорить абсолютную истину, но я неправильно пойму ее. Я не пойму, что хочет сказать Гурудев. Поэтому правильная комбинация необходима. Гуру и ученика. Это первоначальная нужда, то есть то, что необходимо прежде всего. И если оба эти фактора соблюдены, наслаждение Харикатхой достигнет пика. Бхагаван всегда присутствует там, где рассказывается настоящая Харикатха. Там, где обо мне звучит Харикатха, говорит Бхагаван.
там присутствую я. Там я там нахожусь. Когда мой преданный рассказывает харикатху, я нахожусь там, но в тонкой форме. То есть, когда Чайтанья Махапрабху принимал большое количество прасада, люди видели это и начинали сомневаться. Сомневаться в Чайтанье Махапрабху. Поэтому необходимо прежде всего осознать знание, которое дает Бхагаван. Потому что когда мы пытаемся постичь Бхагавана своими возможностями, происходит подобное, что мы неправильно понимаем деяния Господа. Все это было платформой, вступлением к тому, чтобы начать слушать о том, как Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаве. Именно поэтому я начал с той шлоки. Из-за разницы в настроениях. В соответствии со своими настроениями люди и получают знания от Гурупада Падмы, воспринимают знания, которые нисходят от Гуру Парампары. То есть одна и та же сиддханта, которую излагает Гуру Дев, воспринимается дживами по-разному. Один ученик понял это так, другой ученик понял иначе, потому что они разные. Их природа, их самскары, впечатления из прошлой жизни различаются. Давно я уже приводил вам один пример о Джагавалке. Это один из риши. Он совершал баджан и писал, много писал. У него было два сына. Он послал их в Гурукулу. Чтобы те постигли Брахма-татва. После завершения учебы сыновья вернулись домой, и отец спросил старшего: «Сын мой, что ты узнал о Брахма-татве, что ты осознал?» И тот начал рассказывать лекции. Тогда Джагавалка разгневался: «Прекрати,
И потому что он сразу понял, что тот просто рассказывает лекции. Он не говорит о своих осознаниях. Он говорит поверхностную философию. Он обратился к своему младшему сыну. Что ты понял? Тот, взглянув на лотосные стопы отца и взглянув на глаза, а потом опять на, перевел взгляд на стопы, на глаза, и он хотел что-то сказать, но ничего не мог вымолвить. Тогда отец сказал ему: «Ты осознал татву, Брахма-татву». Потому что Брахма-татва — это то, после чего, после осознания чего ты не можешь давать лекции. Ты просто теряешь рассудок. Ты точно осознал Брахма-татву. Еще один пример. Our heavenly planet, their king Indra and Virochan. Царь райских планет Индра и Вирочан обратились к духовному учителю, чтобы узнать о Бхагавата-татве. Они оба сидели около Гуру Пада Падмы и слушали его наставления. Наставления были, наставления Брихаспати и духовного учителя были едиными, одни и те же. Он не говорил что-то для Индры, а другое что-то для второго слушателя. Индра обладает силой, которая наделяет его Кришна, поэтому мы можем называть его Индра Бхагаван. Точно так же Шанкар Бхагаван. И даже Гуру Дева мы можем называть с приставкой Бхагаван. Но в Гаудия Матхе мы не используем такое выражение, потому что люди, которые не понимают, могут неправильно интерпретировать такое обращение. Но, тем не менее, это не противоречивое. Сиддханта — это правильно. Потому что сам Бхагаван приходит к нам в образе Гурудева. Итак, Индра Махарадж, в соответствии со своими предшествующими самскарами, смог принять, смог воспринять знания своего гуру таким, как оно было, а Вирочан в полностью противоположном ключе. Спустя какое-то время Индра Махарадж, спустя долгие годы, Индра Махарадж вновь обратился к Брихаспати. Он сказал: «Я не осознал до конца, в совершенстве не осознал Брахма-татву. Сейчас я хочу обрести более глубокие познания». Брихаспати ответил: «Тебе нужно хотя бы 12 лет поддерживать брахмачарию, хранить целибат. И потом приходи ко мне, и я буду обучать тебя». И в процессе этого обучения Индра получил еще более глубокие осознания, но тем не менее они не были полноценными. Таким образом, мы видим, как необходим подлинный ученик и подлинный духовный учитель. Существует 9 составляющих бхакти: шраванам, киртанам. So, 9 fold of bhakti
for ninefold of bhakti, one acharya speciality. И у каждого вида бхакти является свой, есть свой гуру, ачарья. Например, Шукадев Госвами — это гуру слушания. Он идеальный представитель того, как слушать гуру Пада Падма. И он также непревзойденный спикер. Прохлад Махарадж — гуру смарана, то есть памятование. Итак, у каждого из видов бхакти есть свой идеал. То есть имеется в виду, есть тот, кто в идеале воплотил его. Когда Бхагаван Шри Кришна начал свою беседу с Удхавой Махараджем. Как вчера я говорил, полубоги обратились к Бхагавану вместе с Брахмой. Прабху, ты пришел в этот мир для определенной цели, и ты уже почти исполнил свои задачи. Да, сказал Бхагаван, я уже готовлюсь к тому, чтобы покинуть этот мир, чтобы вернуться в свою вечную обитель. Но, тем не менее, одно кое-что не исполнено. Я должен забрать с собой своих близких спутников, ядавов. Каждый из ядавов обладает невероятной силой, могуществом. Прежде всего, я перенесу все. Всех своих спутников, которых я привел сюда, а затем я сам покину этот мир. О каких приготовлениях идет речь в этом разговоре? То есть, как Бхагаван собирался приготовляться? То есть, если вы что-то задумываете, вам хотите что-то сделать, вам прежде всего нужно все спланировать. После того, как вы спланировали, вы можете это сделать. То есть, прежде всего, надо понять, я хочу это сделать. Потом четкий план расписать, как это осуществить. Каков процесс, и затем применять это в деле. И также Бхагаван уже принял решение покинуть этот мир. И перенести всех своих спутников в трансцендентный мир. Но как это сделать? Я же не могу убить ядовов. Я Бхагаван, как я могу их убить? Но как же тогда поступить? Никто не может убить ядовов. Они во всех 14 мирах никто не может убить их. Потому что ядовы — мои спутники, думал Кришна. Поэтому он придумал замечательный план. Bhagavan Sri Krishna going to take plan that by the help of those Rishi Muni, I told na, yesterday I touched, all Rishi Muni by the desire of Bhagavan. Now you can ask Maharaj who is going to inform them, there is no mobile, no phone,
Он решил прибегнуть к помощи Муни и Риши. Вы можете задать вопрос, а как все это спланировал Кришна, как он устроил, как бы он все устроил так, чтобы все пришли в правильное время, оказались в правильном месте. Ведь не было ни мобильных телефонов, ничего подобного. То есть суть в том, что собралось огромное количество, должно было собраться, все Муни и Риши должны были собраться на берегу Ганги, слушать Бхагавата Катху. Но как сделал Бхагаван? Он вселил желание в сердце каждого Риши и Муни. И все они пришли в нужное время. Потому что настоящий преданный обладает вечной связью с Бхагаваном. Наша связь с Бхагаваном оборвана. Мы никаких посланий не можем получить от Вайкунтхи. Ну, конечно, по милости, пару Гуру и Вайшнавы нам их передают. Но чистые преданные всегда на связи с Бхагаваном. Как... Таким образом, Бхагаван вдохновил всех Риши Муни, вдохновил Шукадева Госвами прийти туда, именно в то место, где находился Парикшит Махарадж. И встает такой вопрос, что, конечно же, Муни и Риши порой навещали Бхагавана, чтобы получить его даршан, но почему именно в этот день все они, толпы, огромные толпы, пришли туда? Все они пришли в Двараку. Все это устройство Йогамая. Риши и Муни собрались там, в Двараке, и в этот момент... В общем, дети захотели подшутить над Риши и Муни, нарядили одного из... В общем, хотели подшутить и спросили, кого родит переодетый мальчик. И эти Риши и Муни были так разгневаны, что прокляли их, что родится кусок железа, который станет причиной разрушения всей Вселенной. Они испугались и стали рассказывать. То есть они думали, что они просто шутят, а получились такие последствия. Они пришли в парламент, правительство, туда, где был Кришна и Баларам. Сложив руки, они начали раскаиваться. Сегодня мы совершили большую ошибку. Там был царь Уграсена. Что вы сделали? Мы просто играли и пришли в одно место, где были Риши и Муни, где они совершали баджан. И мы совершили ошибку. За это они прокляли нас. Бхагаван Шри Кришна знал все. Про себя он смеялся. Что случилось? Что случилось, мальчики мои? Кришна, конечно же, знал все, потому что он сам-то все это и устроил.
Риши и Муни прокляли нас. Шамбо, мы переодели Шамбу, и они прокляли его, чтобы он родил кусок железа. И тогда все собрание, все присутствующие в собрании приняли решение взять кусок железа и растереть его о камень. Решили нанять человека, который будет пилить вот это железо, тереть железо от, об камень, чтобы оно полностью стерлось. То есть, чтобы оно превратилось в пыль. Если с водой смешивать, то происходит такой процесс, что он стирается. Finally, we can liquefy. We can make a dust particle. The dust particle how can kill? No. И таким образом, как пыль может кого-то убить? Right decision taken. И все, все успокоились, решили, что это хорошее решение проблемы. Но они не знали, что Бхагаван невероятно умен, разумнее разумных. В конце концов, тот, кому поручили тереть, он нашел какую-то маленькую железку и начал тереть. Так же, как мы чандан трем с водой. Он подумал, а такую маленькую железку несложно... А, точнее, нет, он ее тер-тер, и, наверное, маленький кусочек остался, и подумал, что он заброшил в океан, что от нее-то какой вред может быть. Забросил в океан, и рыба съела, рыбак поймал рыбу, разрезал ее, внутри был вот этот камень. А рыбак подумал, что-то интересное, но не знаю, что, как это применить. Между тем, охотник увидел этот камень, то есть этот кусок железа. Он сказал, забирай. Охотник принес домой, сделал из него острое копье. И был доволен. Получилось замечательное оружие. И Кришна предсказал, что в течение 7 дней, начиная с сегодняшнего дня, вся Дварака погрузится, уйдет под воду. Под воду. Я получил информацию свыше, сказал Бхагаван. Дварака будет затоплена. Поэтому нам нужно покинуть эти земли и отправиться в Праваш. Это место в Гуджарате на берегу океана, на берегу моря. Там мы будем раздавать пожертвования Риши и Муни, устроим большую ягью для того, чтобы сделать благоприятными происходящие события. И все поверили Кришне, потому что он никогда не врет. Все начали собираться, запаковали вещи и запрягли лошадей. И уехали в Гуджарат, на берег моря. Стали проводить яги. Во время яги они предлагали какую-то особую расу. Не думайте, что это было вино.
Если вы будете так думать, это большое оскорбление. Это было нечто похожее на вино, но не оно. Раса, которая предлагается во время яги, а затем все принимают эту расу. И испив ее, все становятся счастливы. Они пьют расу до изнеможения. А потом, то есть это говорит уже о материальной расе, то есть имеется в виду об алкоголе. Немножко пропустила. В общем, по йога майя они напились вот этой расы и забылись и начали друг с другом сражаться, все передрались и так друг друга уничтожили. Вот так прекратился род йодувамши. И все это устройство йога майя на самом деле. Не думайте, что это было как какой-то алкоголь или что-то подобное. И только несколько осталось представителей йодувамши. Balaji Maharaj watching, as if Balaji Maharaj swaying totally indifferent mood. Balaji Maharaj going to show totally indifferent. Не проявил никаких эмоций, так, как будто бы ему было неинтересно происходящее. Он просто лежал на водах океана. Там проявился Анантадев, и так Баладжи Махарадж вошел в воды, то есть исчез. Он просто уснул на водах, между тем проявился Анантадев и забрал, наверное, с собой Баладжи Махарадж. Они хотели с ним подраться, йодувамши, но он уже исчез. А где же был Кришна в тот момент? Баджанабхи в то время не было. Внука с Кришны не было. То есть он уцелел. Удхава Махарадж искал. Искал Кришну. Несмотря на то, что мы знаем, что Удхава Махарадж один из Ядувамши, один из династий Яду, член династии Яду, тем не менее он уцелел. Почему? По устройству йога майя. Потому что таково было желание Кришны. Он не принимал участия в этой драке, а искал Кришну. Он думал, где Кришна, рыдал, не мог найти его. Когда-нибудь я расскажу о сокровенной тайне их ухода. На самом деле, то, что они вот так вот друг с другом дрались, это своего рода игра. То есть была такая игра. Вот, например, в футболе. Есть одна команда и вторая команда. Из страха перед соперником они не приходят. Это говорит о том, что они испугались, что они все равно будут побеждены, и они посылают какое-то сообщение, что они не придут. Так вот, стоит вопрос, если йодувамши были вечными спутниками Господа, как они могли друг друга переубивать? Так заиграться, что переубивали друг друга. И об этом я скажу позже.
Итак, Удава Махарадж продолжал искать Кришну, как безумный. Он рыдал. Где мой Прабху? Потому что без Кришны Удава Махарадж не может прожить ни секунды. Куда бы ни шел Кришна, к примеру, в Индрапрастху, чтобы встретиться с Панчападовыми, он часто, на самом деле, покидал Двараку, но Удава Махарадж всегда следовал за ним. Когда Кришна захотел исполнить желание Кубджи, в соответствии со своим обещанием, даже в этот момент никто с Кришной не пошел, но то есть, потому что это было, как сказать, не публичное предприятие, никто об этом не знал, но Кришна взял с собой Удаву. Потому что помимо Удавы никто не смог бы понять то, что он делает. Вместе с Удавой Кришна отправился в дом Кубджи. У Кубджи было определенное желание. Она хотела... То есть она нельзя назвать это желание материальным. Потому что если любое желание, которое относится к Кришне, которое как-то связано с Кришной, материальным не является. Но Кубджи хотела обрести общение Кришны. Cannot live even fraction of second without Krishna. И с собой взял Кришна Удаву. И Удава не мог прожить ни секунды без Кришны. In his bedroom. When Krishna is there in his bedroom, come on. But there is no restriction of Udhava. Удава мог свободно входить даже в спальню Кришны. Конечно, если какие-то если кто-то посторонний приходил, не было разрешено заходить в комнату Кришны, в спальню. Но отношения с Удавой были настолько близки, как уже Кришна говорил, что между нами нет ни миллиметра расстояния. Когда Кришна спал, Удава Махарадж приходил и массировал его стопы. Такая была близость между ними. И теперь Удава пытается найти Кришну. Он переживает, что, возможно, он тоже ушел вместе со всеми. Внезапно он увидел вдали Кришну. Он сидел под деревом пипали, скрестив ноги в позе лотоса с четырьмя руками. Потому что в Двараке порой он проявлял четырехрукий образ, порой две руки. Во Вриндаване такого никогда не происходило, всегда было только две руки. Четыре руки означают величие, а две руки означают человекоподобные игры. Почему Кришна лила так сладостно? Потому что она сродни человеческим играм, человеческой жизни. То есть Кришна все равно, что человек в ней. В будущем я расскажу о Ашваре и Мадхуре. Очень тонкая, сокровенная сиддханта. Именно поэтому Кришна лила так сладостно.
Удава Махарадж несся к Кришне, рыдая: «Прабху, ты здесь!» Он прибежал и упал к ногам Кришны. Как я уже рассказал, тот самый охотник сделал замечательное копье с куска железа, найденного в рыбе. И по желанию Кришны, этот охотник из далека пришел именно туда, в тот момент, в то место, где был Кришна, и увидел какую-то замечательную птицу. Он выпустил копье, вместо птицы оно попало в Кришну. Мы знаем, что Кришна не состоит из плоти и крови. Тем не менее, для того, чтобы запутать нас, чтобы вергнуть нас в замешательство, чтобы люди не смогли так просто понять, что такое чистое, что такое чистое преданное служение. Знаете, зачем сюда пришел Шанкарачарья? Он получил наставление Бхагавана, чтобы он не дал неискренним людям прийти к чистому преданному служению, к людям с демоническим складом. Сам Бхагаван сказал: не позволяй им прийти на путь преданного служения, потому что они сквернят его. Приготовь-ка там, придумай-ка какую-нибудь очень замечательную философию, очень приятную для всех, так чтобы каждый был вынужден ее принять. Так Сиддханту обличи, чтобы все ее приняли. Итак, Шанкарачарья написал Майвадабашью. Зачем? Для того, чтобы свернуть с пути демонических людей. Он просто исполнил наставление Бхагавана. И в Гите об этом сказано, и в Бхагаватам, что Бхагаван не хочет давать чистое бхакти кому попало. Всем подряд. Сам Бхагаван говорит об этом. И Нараджи Махарадж, и Юдхиштир Махарадж говорят об этом. Бхагаван не хочет давать бхакти всем подряд. Прежде чем наделить кого-то бхакти, он испытует, проверяет, достоин ли этот кандидат. Потому что если он даст бхакти, если он кому-то дает бхакти, он попадает в подчинение этому преданному. Этот преданный уже может контролировать Бхагавана. Это шлока из Расамрита Синду. Шандрананда Вишешатма Шри Кришна Карсани Чоса. I have no time to discuss. Someday I can. Сейчас я некогда обсуждать, но суть в том, что бхакти обладает такой огромной силой, что притягивает Кришну. Кришна и не хочет идти, но бхакти заставляет его. Поэтому если он дает кому-то бхакти, он вынужден слушаться такого преданного. Поэтому он крайне избирателен, кому давать бхакти, а кому нет. Только искренне получат бхакти. Махапрабху, Чайтанья Махапрабху, I can discuss tomorrow. One day nothing. This kind of discussion. That's why Чайтанья Махапрабху. Когда-нибудь в будущем мы обсудим эту тему. Например, Махапрабху. И Рупа Госвами в Аллахабаде состоялся их разговор.
Чайтанья Махапрабху говорит, что и уход Кришны, и уход ядовов, его спутников, все это за скрыто майей, все это майя. Потому что Бхагаван уже сказал в Гите. Помните, что там сказано? Что мое рождение, моя лила, трансцендентная, апракрита. И что же вы думаете, он говорит такое, совершает лилы, но в то же самое время умирает, завершает свои лилы смертью. Конечно же, тем самым он просто вводит нас в заблуждение, в замешательство. Махапрабху хотел открыть нам это таинство. То есть что, он сказал, что уход Кришны — это просто майя. Итак, в Пуранах сказано, что Бхагаван оставил свое тело из-за выстрела, из-за стрелы, которая вонзилась в него, охотник выстрелил в него. Он много прослушал, но пуп был выброшен в море. В общем, там целая история, которая служит лишь для того, чтобы нас ввести в заблуждение. Пока у нас есть материальное представление о вайшнавах, пока наше представление о вайшнавах материально, мы не достигнем успеха. Игры Господа сокровенные, и просто читая о них в книгах, осознать их невозможно. Для того, чтобы это сделать, необходимо следовать Гуру Парампаре, которые излагают абсолютное знание. Лишь следуя им, по их милости, мы сможем познать его. Когда охотник выстрелил, Кришна оставил тело, а материалисты думали, о, тело Кришны надо сжечь. В Бхагаватам Вишну Пуране сказано. Откройте, я покажу. Что все полубоги с высших планет, Бур, Бувар, Сваха, все они ждали, как Бхагаван взойдет на колесницу, а колесница медленно отправилась в трансцендентный мир. Все высшие планеты могли видеть Кришну, когда он пересекал их, когда он поднимался выше и выше, и все они бросали цветы в него, в его колесницу с благоприятными мантрами. Даже Брахма ждал его с цветами и провел ему арати. Итак, Бхагаван, если родился в этом мире, тем не менее, он за пределами, несмотря на то, что он родился в этом материальном мире, он никак его не касается, он трансцендентен. Даже один мусульманский поэт написал,
And another poet is the Nobel laureate. Еще один поэт, Нобелевский лауреат, Рабиндранат Тагор, он также не является преданным. Но он услышал харикатху от Бхактивинода Тхакура, Вимала Прасада. То есть он на 50% был склонен к вайшнавизму, а 50% к брахмаизму. То есть он не был 100% преданным, тем не менее. Он написал в своем киртане. То есть не киртане, а поэме. Прекрасные строки. Кажется, что твое тело материально, имеет какие-то материальные границы, материальные обозначения. Что ты ограничен вот этим телом. Тем не менее, ты бесконечность. То есть подумать, если материальный поэт может написать подобное, он даже не вайшнав. Он лишь слышал немного харикатхи от Бхактивинода Тхакура и Прабхупады. И он уже развил такие осознания, обрел такие осознания. Ты бесконечность. Несмотря на то, что с внешней точки зрения мы видим, что ты якобы ограничен этим телом, своим телом. Даже в Бхагаватам, когда мама Ишода пытается связать Гопала в Дамодар Лиле, как посмела мама Ишода связать Кришну веревкой? Я когда-нибудь в будущем расскажу вам об этом, и вы будете поражены. Ишода из глубочайшей любви сделала это. Она воспринимала его, Кришну, как своего сына, маленького мальчика. Ты мой мальчик. И только любовь, одна любовь была в ней, Кришне. Но она не могла осознать, что она пытается связать бесконечность. Она связывает Гопала, но перед ней бесконечность. В этом и сладость этой лилы. Завтра мы поговорим об этом. На сегодня время вышло. В Бхагаватам существует одна замечательная шлока. Парам-парджена-кесанчит-пашандрама-тайо-апари-банча-калпа-дурусья-кипасанда-патитанам-павлам-бхавишна.